Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Black Mesa, как ни странно. Мы находимся, как ни странно, в Black Mesa. Короче говоря, в последней серии мы закончили на том, что выбрались, наконец, из этих... Твою мать! Ну да... Давай, девочка, покажись. Мне понравилось с тобой. Так вот, нас тут маленько перебили. Короче говоря, последняя серия в итоге закончилась на том, что этот парень просто так умер. Оказалось, он умер не просто так. У нас тут непонятные супостаты какие-то. Дамы вот эти вот с пистолетами, с глушителями, что ли. Ну и, судя по всему, у нас с ними будут серьезные проблемы. Выбрались, называется. Я сразу понял, что у нас будут проблемы, как увидел вот эти вот все ящики с военным, с войсковым оборудованием. Хорошо. О-о-о! Да, ребят, у нас будут серьезные проблемы, потому что жизни у меня мало, а здесь большие, открытые пространства. Большие, открытые пространства. Это прям Сэм и Фишеры какие-то, да? Так, короче, против нас спецназ, отлично. Не простой спецназ, а спецназ женщины. Мне бы желательно подлечиться, потому что я думаю, это будет достаточно плохо. Что-то мне подсказывает, что подлечиться мне особо тут не дадут. Уже хорошо, только я не уверен, что я смогу попадать по так быстро двигающимся противникам. Видите, какой я тормоз? Поэтому что я сделал, я не знаю. Да блин, ну твою мать. Да сколько их, две? Ты посмотри, это же просто impossible. Офигеть, вот эта скорость. Так, ладно, девочки, сейчас вы у меня... Что, вошло? Хорошо, мне тоже понравилось. Давай, родная. Здрасте! По-моему, она умерла. Я не уверен, конечно. Трупа снизу не видать, поэтому продолжаем. Хорошо, так серия началась, да? Экшом. Твою мать! Ох, офигеть! Ладно, ладно. У меня, в отличие от вас, мадам, есть. Ой, а что за... В отличие от вас, у меня... Да что ж такое, блин, елки-палки. Офигеть. 10 кадров в секунду. Так, ребята, сейчас я тебя убью только. Давайте-ка нафиг загрузимся, потому что это что-то ненормально. Я не знаю, что происходит. Почему такие тормоза? Обалдеть. Во-первых, тут нужна, блин, скорость. Во-вторых... Реакции ни того, ни другого у меня просто нет из-за этих тормозов. Я не знаю, из-за чего так. Да твою мать, увидите, это же... Так, короче говоря. Так, ну что, попробуем еще раз. О, я не знаю, честно говоря, что происходит. Я уже и компьютер ребутнул, и, собственно, игру, соответственно. Но, как видите, это просто кошмар, поэтому мы сейчас просто... Ну, хапнем от нее, похоже. Убьем ее. Это, как видите, вообще просто нереально целиться с таким, блин, фреймрейтом. Офигеть. 4%. Я, честно говоря, не знаю. Мне уже неоднократно говорили, что игра работает через жопу. Но я отказывался верить. Но все-таки есть. Уже достаточно много моментов было, когда непонятно именно...
тормоза какие-то. Ладно, я надеюсь, сейчас это пройдет. А тут, допустим, нормально. Ну ладно, у меня 4%, сохранимся. Я думаю, что это возможно из-за физики, просто тут что-то, какая-то неподъемная задача понеслась, и из-за этого, возможно, были проблемы. Я слышу еще одно. Если я сейчас не встречусь, то у меня, естественно, будут проблемы. Так, давайте сохранимся. Мне хоть маленько надо подлечиться, я думаю. Хорошо. Посмотри, какие бандуры. Но никого нет, да? Одни хаммеры. И одни безумные девушки. Так, ну что, я не знаю, давайте пойдемте куда-нибудь сюда, что ли, тогда. Вроде тихо. Отлично. Ага, отлично, как же. Так, все нафиг. Что-то мне как-то неспокойно, я не знаю. Ага, то есть, если с ними гоняешься, то можно было бы вот так вот закрыться и, соответственно, обороняться, да? Так, ну и что это нам все дает? Что-то как-то эта серия у нас сначала смешно, конечно, пошла, но я просто не понимаю, что дальше делать. Ну, убили мы их. Дверей, конечно, полно, но тем не менее. Может, я на вертолете смогу улететь? Это было бы, в принципе, на мой взгляд, неплохо. Офигенный. Наш лучше, конечно, но это тоже ничего. Так, это понятно у нас, что такое? Или это не оно? Я даже боюсь с лестницы прыгать. У меня столько жизни, что я сейчас от малейшего полупинка улечу просто. Так, ну да, это вот оно. Хорошо, давайте ту сторону проверим тогда. Потому что больше нам, по сути, ничего не остается. Так, сохраняшечка. Там у нас все заблокировано, похоже. Замечательно. Твою мать. Твою мать. А, ну это понятно, это все пошло по плану, да? Радуйтесь, радуйтесь. Сволочь. Куда мы его тащим вообще? Наружу. Зачем? Мы же его поймали. Нужно убить. А что насчет тела? Насчет какого тела? Чего-то мне ваш смех не нравится, ребята. Когда я слышу такой смех, у меня закрадывается подозрение, что вы задумали что-то не то. Так. Твою мать. Твою мать. Давай, ну, твою. Офигеть. Какие же... Ёлки-палки. Какие же вы добрые, ребят. Я-то думаю, а чё они так заржали? Так, ладно. Ну, по крайней мере, я думаю, они считают, что я погиб, да? Это нам на руку, вполне возможно. Но мне все еще по-прежнему... Блин, у меня оружия нет вообще. У меня 4% жизни. Я в действительно плачевном состоянии. Так, хорошо. Мне туда? Или мне скорее сюда куда-то? Сейчас один хедкраб и все. И сразу все. Пиво есть. Хоть нож бы взял, я не знаю. Отлично. Откуда она тут? Подожди, то есть если получается это отсюда включается, то...
А, вон оно что. Офигеть. Добрый день. Мы с вами маленько не поняли друг друга, похоже, да? Так, мне, похоже, спускаться надо нафиг. Обалдеть, конечно. Так, и мне... А, вот отсюда можно. Я подумал, что а как я спускаться-то буду с такими жизнями. Так, тихонько. Офигеть, мусоросброс. О, тихо. Блин, я сейчас убьюсь просто, похоже. С высоты там упаду и... Я не знаю. В этой серии все как-то идет не по плану. Но в целом нормально. Вроде живой. Это самое главное. Чего это за тормоза были, вообще непонятно. Соседи ночью опять гремят, что-то, надеюсь, вы не слышите. Так. Я-то подумал, убьюсь. Так, сохраняемся быстрее. Замечательно. Мы в клоаке. Хуже нам еще в этой игре ни разу не было. У нас, по крайней мере, есть ломик. Это уже неплохо. От какого, говорит, тела? И ржут, сволочи. Так, давай, пей ее, ну. Не хочет. Ни в какую. Но, по крайней мере, мы наверху. Наконец-то. Уже утро опять наступило, кстати говоря. Получается, мы тут уже где-то 24 часа. Я не знаю, конечно, сколько мы тут в отрубе лежали. Около этой... Твою Матерь твою за ногу. Так, это может быть моей смертью. Давай. Отлично. Сохранились. Некоторые говорят, что я часто сохраняюсь. Да, это так, я часто сохраняюсь. Потому что я думаю, вам будет гораздо интереснее смотреть, как мы продвигаемся вперед, а не как мы топчемся на месте. Меня раз за разом убивают. Прыгай. Да, твою-то дивизию. Шо, все. Ну, парень тоже неплохо отбился. Это не тот, которого мы в морозилке видали в предыдущей серии. Больно уж лицо похоже. Так. Народ просто мрет, конечно, со страшной силой. Это что за механизм такой? Это напорная башня какая-то, что ли? Даже не знаю. Самое главное, тут нет солдат. Больше меня ничего не беспокоит. Но похоже, где-то в Гранд-Каньоне. По ощущениям так. Отлично. Можно жить. Она, конечно, в кровище вся, но мне сейчас без разницы. Что это такое? Это вентиляционный сброс, что ли? Я не пойму. Опять вода, ну что ж. Ненавижу воду. Вентиль. Не работает. Так, ладно, хорошо. Что-то мне неохота особо по этому водостоку ползать. Но здесь люди бывали, похоже. Рычаги просто так не поставили бы. Судя по отблескам, мы опять идем к чему-то радиоактивному. Ну да. Братью не похоже. Попал.
Так, только не говорите, что вы его сейчас... Давайте быстрее поможем ему. Ну, одна ушла. Я надеюсь, она там погибнет. Твою мать. Вот сейчас чего только не хватало, так это... Чтобы меня всякая мелочь кусала. Где я вообще? Что за переработка тут? На, датчики зашкаливают. Че ж тут этот охранник так просто сходил без защиты? Уже, то есть, да? По-моему, он умер. Или вон он. Да, блин. Ну... Что может быть лучше? Ладно, сохраняемся. Бутан, бежи. Зачем я это сделал? Я не знаю. Но охота. Может, что произойдет? Отлично, вот, наконец-то. Живем. Ну, надо сказать, в этой серии все идет не совсем просто. Да что ж такое происходит вообще? А, тебя понятно. Фу. Не особо хорошо у нас все. Не особо. Да. Да офигеть, оно еще. Ой, ладно, я ничего не буду говорить. Я просто, вы знаете, как я отношусь к этим, ко всяким заводам по переработке радиоактивного говна. Поэтому лучше просто помолчим. Перемешивается. Чем они тут занимались-то вообще? Обзорная, там у нас труп. Но, по крайней мере, может быть что-то хорошее. Если игра, конечно, не будет по непонятному тормозить опять. Вот эта коробка, примите от меня в дар. Спасибо, о великий Барнакл. Ну тут тихо как-то, сюда похоже как-то... Короче, спокойно. Успел. А, блин. Рвет с места, просто обалдеешь. По крайней мере, будем чувствовать себя получше. Хорошо. Троны. Радиация, осторожно. Мы уже заметили. Отлично. Больше тут ничего похоже. Но уже неплохо сходили. Да, твою мать. Так, ну и что ж тогда? Тут у нас, возможно... Возможно, там, где один из этих зомби горел, нужна защита для глаз. Понятно. Не получится, в слишком хорошем состоянии. Отлично.
то, что нужно было. Зачем это нам, я не совсем понял, но, по крайней мере, огня нет. По сути, это нам ничего не дает. Вообще, то есть. С другой стороны. Не помогло. Возможно, вот так. То есть я проход вижу, но я пока не понял, как к нему попасть. Да нет же. И так тоже не получается. Хорошо. Это больше не включается. То есть смысла никакого во всем этом нет. Понятно, туда мы не попадаем как-то вообще никак, то есть... Так, а вот тут-то мы не были. Что-то особо значения не придавал этому факту. Но тем не менее. Ты только посмотри на эту гадость. Хорошо. Как будто оплавлено все. Как будто, я не знаю, хищник выстрелил из своей пушки. Ладно, допустим. Куда это мы попадаем? Так, ну скажем, не сюда. Да, блин. С другой стороны, у нас есть что-то тут. Я даже знаю, что это за место. Отлично. Запор мы никак не снимем. Ну, в общем, по другую сторону, да? Ладно. Это хорошо, это нам в плюс. Как-то тут, я не знаю, безлюдно даже. Что? Пена? Что-то я там слышал. Ну, кроме этого грохота, конечно. Мостик обвалился. Замечательно. С другой стороны, если мы сейчас... А, блин, ну... так, ладно. Давайте осмотримся, раз опустились сюда. Да вроде ничего нет. Ну, хотя вот... Нет, ничего. Так, дверь не открывается. И это тоже, как ни странно. Блин, как тут все запутано. Мне, честно скажу, здесь не нравится. Первое место в игре, в котором мне вообще не нравится. Ну, ладно, сейчас мы из него выберемся. Так, хорошо. Какой-то подъем есть на эти платформы отсюда? Или только там? Короче говоря, придется пропрыгать по этим. Подъемникам, прессам, взбивателям. Хорошо, что это нам дает. Ай, ай, это была ошибка, понял. Дальше как? Ага, понятно. Так, давай. Блин, давай быстрее. Да елки-палки. Так, пожалуй, я загружусь. Потому что, блин, сейчас по новой это все подниматься, перепрыгивать. Так, хорошо. И сюда. Сюда. И сюда. Отлично. Ладно, было нормально. Фильтрация воды. Это вы в таком месте воду фильтруете, да? Вообще, что ли, о фонаре или там
Тихо. Нормально. А чё ж тупые? Да, ёлки. Кто-то живучий. Хорошо. Ну, блин. Все, не слава богу, тут все разрушается. Тут просто такое ощущение, что если бы не этот каскадный резонанс, она сама по себе взорвалась бы, вся эта станция. Так, ну допустим. И что дальше? Сейчас мы поднимаемся и... Ну-ка, а тут что? Тут ничего. Возможно, отсюда. Да-да-да. Что это? Где это мы вообще? Мне не нравится это место, я хочу выбраться отсюда. А там у нас, похоже, цех перемешивания всего того, что отфильтровали из воды. Отлично, небольшой срезик. Вот, хорошо, я так и знал. Теперь у нас есть срез в это доступное место. И больше, похоже, ничего, да? Нужно подниматься и пытаться пробираться как-то там сверху. Я хочу выбраться отсюда, мне не нравится это место. Так, ладно, что это нам дает? Ничего. Давайте подниматься и там уже осмотримся. Там в одном месте комната была, обсерватория, если ее можно так назвать. А мы к ней подходим как раз. И там кого-то харчат, я слышу. Отлично. Ох, какая пакость. Так, и что же мы дальше делаем? Что это нам вообще дает? То есть отсюда нам нужно туда пропрыгать? Блин, невеликовато это расстояние. Ну, не знаю. Так, ну давайте попробуем. Понятно. Так, нужно, значит, в приседе прыгать. Так, больше шансов. Карусель у нас тут. Да, это было не очень приятно, но терпимо. Долбанные технические сектора. Ну что, мы выбираемся наконец отсюда. Фу, это было не самое приятное место в игре. Это я могу сказать совершенно точно. Но, по крайней мере, выбрались. В этой серии нас попытались убить, нас... Тихо, подожди, что это такое? Нас чуть не расплющили. В итоге чуть мы не утонули в радиоактивном говне. Но живы. У нас есть пистолет. Блин, это еще не закончилось. Да вы издеваетесь. Офигеть. Теперь мы попали в мусорку, да? Вообще хорошо. Давайте посмотрим, куда это нас приведет. Здесь система пожаротушения, поэтому... Уже как-то спокойнее, что ли, я не знаю. Да блин, ну куда я попал? Че это такое вообще? Кругом механизмы. Это явно не предназначено для того, чтобы тут люди ходили. Ты посмотри на эту реку непонятного.
Просто какой-то кошмар. Я надеюсь, мне не придется туда прыгать сейчас. Это костюм не поможет, по-моему. Так. Допустим. Хорошо. А и, собственно, тут уже не убьемся, если что. Ладно. Что это нам дает? Ну, дает это нам то, что мы не убились с такой высоты, во-первых, а во-вторых. Так, тут у нас ничего. А во-вторых, нам, похоже, не придется плыть. Это уже само по себе хорошо. Блин. Ну нет, только нет. Ну что, ребята, нам остается только прыгать в это токсичное месиво и, собственно, истаять за пару секунд, расплавиться в этой токсичной реке. Но к этому, я думаю, мы двинемся в следующей серии. Я маленько оттяну этот момент. В следующей серии мы умрем. Или, по крайней мере, будем дурно пахнуть после этого несколько лет. Но, тем не менее, игрушка очень крутая, хотя вот в этой серии мне не понравилось. Я не люблю такие помещения. Но, тем не менее, было достаточно круто. Надеюсь, понравилось и вам. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.